Больно слабый хвост. А мы его наверх просто сделали, и он держит. Так, голову. Девчонки! Ты видишь, там навелось? Все, снимай дальше. Кадр. Нету больше единицы. Сняли? Сняли. Вот. Вот, снимай. Отлично. Все. Здорово. Да. А погоди, она быстро улетела. Да. У нас как этот инопланетянин, как он? Перемещается. Перемещается, как он вообще? С прыжка? Вот, да. Все, снимаем еще дальше. Берем пакетки и режем на полосочки. Складываем. Так, чтобы полосочки были более-менее ровные. Надо их аккуратно сложить. А какие пакеты лучше? Которые подороже или подешевле? Которые подороже, они мне совсем не подходят. Они очень тяжелые в работе. Да? Да. А вот которые мягкие, вот мусорные, это совсем исключительно замечательный вариант. Угу. Так, вот так мы краешек отрезаем. И потом это под крючок. У меня вот крючки здесь 3, 4, 5 и 6 размер. Угу. И под каждый крючок я уже выверила себе разную ширину полосочек. Ну, примерно от сантиметра до 4. Так режем на полосочки. Тут получилась длинная ниточка. Мы берем вторую, вдеваем ее одну в другую и затягиваем. Угу. Вот. И весь секрет, вся премудрость. Берем крючок. Я люблю крючок номер 4. Надя. Хочешь мастер-класс? Садись, смотри. Так, а почему пакеты? Почему, например, не... Не пряжа. Не пряжа или что-нибудь другое, веревка. Веревка, если она вот такого качества, веревка, она мне просто недоступна, эта веревка. Они обычно, ну это может, какие они, шпагат, вот упаковочные веревки, угу. Они тоже продаются. Ну, я что-то вот выбрала эти пакеты, они мне более удобны. Тем более, когда с магазина приносишь кучу пакетов, выбрасывать их жалко, потому что они тоже все-таки денег стоят. А вот такой результат мне больше устраивает.